После летнего отдыха боксеры Дальневосточного федерального округа сходу бросились в борьбу за путевки на всероссийские соревнования. Четырехдневный отбор на Россию, или иначе говоря, чемпионат ДФО, стартовал во Владивостоке. Почти 70 бойцов будут состязаться в 10 весовых категориях. Это взрослые ребята, у нас уже юниоры, ну как бы считается там юниорская, от 18 до и старше туда. Это уже взрослая группа, как бы взрослые мужчины выступают. Поэтому отбор идет на кто завоюет первое место, тот будет участвовать в чемпионате России. Все бои проходят по формуле трех раундов по 3 минуты. За это время даже более молодые парни в возрасте 20 лет успевают избить друг друга вплоть до рассечения и технического поражения. Честь Приморья в таких суровых битвах защищают около 20 парней из Владивостока, Артема и Уссурийска. А соперники у нас не из робкого десятка. В первую очередь это Хабаровск. Почему? Потому что у них довольно-таки ровный состав, как и у нас. Ну и Куты традиционно сильные, особенно в легких весах. Магадан хорошую команду привез. То есть у них ребята в основном уже такие обстрелянные, опытные бойцы. То есть некоторые вчерашние юниоры, да, скажем так. Но у нас их больше. Посмотрим, чья возьмет. Посмотреть на зрелищные бои даже приехали олимпийские чемпионы Шамиль Сабиров и Вячеслав Яновский. Оба спортсмена завоевали свои звания еще в 80-х. Сегодня боксеры выразили уверенность, что дальневосточная земля богата талантливыми бойцами, которые также могут попасть на самое значимое событие в их жизни. Вот начиная это отсюда, отборочный на поездку на чемпионат, понимаете? Вот здесь начинаются первые Олимпийские игры. Страна... Еще одни Олимпийские игры, чемпионат мира, Европы, еще. И когда ты уже подходишь к Олимпийским играм, ты уже с полным багажом приходишь. Приморцы и дальневосточники в целом действительно уже готовятся к предстоящей Олимпиаде в Токио. До игр еще 4 года, но задача стоит сложнейшая. Не только побороться за билетик в Японию, но и достойно встретить отечественных спортсменов на своей базе, на которой они, скорее всего, будут тренироваться. В Токио будет Олимпиада и... Скорее всего, подготовка будет где-то здесь, на Дальнем Востоке. Ну вот мы знаем, что мы проводили вот в 2000 году, к Олимпиаде готовились. В Пекине тоже у нас готовилась сборная команда бокса. Встреча лучших боксеров Дальневосточного федерального округа проходит в спорткомплексе «Олимпиец». Зрелищные финалы и закрытие соревнований состоятся 18 сентября в 12:00. Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков, новости спорта на 8.